все полностью, все виды работ сделаны, новая мебель, вся отделка новая, 60 детишек сюда будет ходить. В этом году смогли отремонтировать 15 детских садов, а вообще за последние 5 лет 57 детских дошкольных учреждений получили капитальный ремонт. 7,5 тысяч детишек наших дошколят вот в таких условиях. Но еще большая работа предстоит. Но есть ради чего, когда вот видишь такой результат, такую красоту, а когда увидят детки... Они уже ждут, и мы здесь ждем. Бахатле булсынар, саусалямат булсынар. Пусть радует нас, родителей, всех, а мы для них будем работать.